и я уверена, то, что вы ответственно через свою жизнь пронесете звание наследники Великой Победы, мира нашей стране, добра, и мы сделаем с вами все возможное, чтобы ужас войны не пришел в Россию. С праздником, с Днем Победы! И я не побоюсь этого слова сказать, что город Череповец, наверное, является самым патриотичным городом не только Вологодской области, не только Северо-Запада, наверное, в России, потому что огромная работа проводится для того, чтобы вовлечь в историю, в память о тех событиях нашу молодежь. И вы непосредственно участники этих событий. С каждым годом растет ваше мастерство, с каждым годом вы становитесь интереснее. Вы приобщаетесь ко многим истокам культуры и значит, военной жизни. Вы сейчас прикасаетесь ко многим вещам, которые вам пригодятся на всю жизнь. Мы занимаемся, можно сказать, профессионально начальной военной подготовкой. Мы участвуем очень часто во всех парадах, во всех смотрах, в Зорнице. Представляли не раз наш город на областных соревнованиях.